IKEA. IKEA. Winter sale. Я ищу вот такой шкаф, чтобы поставить себе в спальне. И вот она цена. 450 долларов. Жаль, я не сняла это. Почему-то подзабыла, завтра сниму. Очень вкусный ресторан. Нашла я себе свои двери, они стоят 900 долларов две. Мы пришли в приют для собак. Мои лапушки. Ты ж моя красавица, голубоглазая моя, сколько же ей лет? 3 годика ей, моя рыбочка, это уже питбуль. Ой, ты напугала меня, ты что? Узнала, да. Смотри на этот бит. Овчарочка, совсем молоденькая. Лаете, пугаете друг друга. А маленький с той стороны. Ты моя птичечка, тебя полечили, да? А хвост оторвется от счастья. Худенький. Его, наверное, били даже. Так поджал хвост маленький мой. Почти всех разобрали уже. Маленькие, ага. А их уже все, их уже забрали, адаптед. И вот этого тоже забрали уже. Молодцы люди. Крошечка маленькая, ага. Какой ты красивый. Ой, какой же ты красивый. Да ладно тебе ругаться. Маленький такой, где-то, видно, его нашли, дрожит весь. Моя птичечка махонькая. А тут вот дворик, чтобы, если вы будете забирать их, вам можно будет привыкнуть друг к другу, погулять с собачкой. Белый Бим, черное ухо. Бедненький мой. Это что такое? Вообще не воняет ничем. Вот тут водичка, они попизили, покакали, водой все смывается. Все кроватки такие. Вот она, водичка течет. А, это с той стороны. Я помню, да, мы там с тобой были. Я помню, ага. А кошечки вот здесь. Маленькая. Такая ухоженная девочка или мальчик. Подстилочки все. Так все аккуратненько. Рыжулька, ты куда залезла? Ты моя клюсевица. Еще один рыжик. Ты прямо на тигра похож. Его уже забрали. И вот этих уже забрали. Все? Домой поедешь? Да, домой. Вот они их уже тоже забрали домой. Кукольки мои. И вот зелененькие, это уже адаптед. Все, их уже взяли в семью. Очень быстро разбирают. Вон серенький лежит. Игрушки здесь у них, водичка, еда. Ты какой красивый. Прямо красивый. Ready to go home. Что? Ни запаха, ничего нету. Все чистенько. Люди сами шьют вот такие коврики, приносят сюда.
всех уже усыновили, взяли в дом. Его зовут Марвин. 13 недель ему. Он играет. Смотри. Кто? Мой котеночек махонький. Полтора годика. Что с шейкой? Ее, видно, лечили от чего-то. Лялечка моя. Вот как строятся деревянные дома. Причем громадный комплекс. Сплошное дерево. И, кстати, на Аляске тоже такие же дома строятся. Чему я была крайне удивлена, когда услышала.